23 июля в Татаринформ состоялась пресс-конференция, посвященная программе поиска и реализации научно-технологических проектов и наставников для школьников «Сириус Лето». В ней принял участие проректор КФУ по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский. Он рассказал о том, какую роль сыграют вузы в реализации этой программы. Казанский университет уже представил 15 основных таких направлений деятельности, 15 проектов, скажем так, в рамках большого проекта «Сириус Лето», который охватывает современные технологии, задачи научно-технологического прорыва России. Это и информационные технологии, это и технологии новых материалов, это биотехнологии. Школьники в течение лета смогут найти задачу для проектной работы в следующем учебном году, а также наставника из числа студентов российских вузов, который поможет разобраться в проблеме и будет сопровождать школьника в течение всего года. Для нас проектная работа является основой нашего образовательного процесса сегодня, поскольку сегодня все образовательные программы в Казанском университете в той или иной степени, ну, конечно, в зависимости от направления подготовки, ориентированы именно на выполнение проектных работ. Камиль Гемоздинов, Универньюз.